сковородку под шубой по-новому в виде елочных игрушек. Для этого нужно отварить свеклу и картофель, но я это делаю в микроволновке примерно за 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Теперь натираем на терке отварную картошку и отварные яйца. Репчатый лук и селедку нарезаем маленькими кубиками. Теперь в глубокой емкости соединяем картошку, яйца, селедку и лук. Приправляем все это солью, перцем и добавляем майонез. Тщательно все перемешиваем до однородной массы. Теперь из этой массы формируем небольшие шарики. Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем специи, майонез и перемешиваем. Выкладываем часть на пищевую пленку, формируем блинчик, кладем в центр шарик с начинкой и заворачиваем, как на видео, чтобы получился шарик. Затем обваливаем натертом на мелкой терке яйце и украшаем половиной маслины вместе с зеленым луком.